Ну и продолжая тему праздников, сегодня день действительно богат на них. Ежегодно 21 марта представители иранских и тюркских народов отмечают Навруз, один из древнейших национальных праздников. В переводе с персидского он означает «новый день», то есть символизирует наступление весеннего равноденствия. Свои поздравления по этому поводу выразил заместитель председателя Духовного управления мусульман Московской области Али Хазрат Хасанов. Навруз – это древний персидский праздник, который до принятия ислама исповедовали они у себя, и он плавно перетек в исламскую традицию, но под собой не имеет какой-то религиозной основы. Данный праздник распространен среди тюркских народов и персидских народов. К тюркским народам мы можем отнести такие на сегодняшний день национальности, как азербайджанцы, татары, киргизы, узбеки, казахи, то есть те люди, которые общаются на одном языке. Среди к персидским народам мы можем отнести это и таджики, это иранцы современные. В этот день приходящие в гости призывают молиться Всевышнему, воздавать ему хвалу, а также помогать своему ближнему. 21 марта представители иранских и тюркских народов отмечают День весеннего равноденствия, а также Новый год по астрономическому солнечному календарю и начало сельскохозяйственных работ. В этот день принято веселиться, дарить подарки и подавать на стол национальные блюда – плов, долму, а также сладости и другие блюда на усмотрение хозяйки. Кадерли милләттәшләр, уважаемые единоверцы, уважаемые сограждане, поздравляю вас с этим светлым праздником Навруз Байрам. Я желаю вам мира, согласия и всех благ. Молю Всевышнего, чтобы Он даровал в этот светлый праздник семейного благополучия, успехов во всех ваших благих начинаниях. Отметим, что в 2009 году Навруз был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. Мария Антонова, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.